Всем успехов желает Максим Вехов. Хай. Хотел бы сегодня с вами поделиться всем аудиофилам. Привет. Кстати, да, вот. Самое главное. Вот. Я зарегистрировал на таком вот сайте, как Фростер. Рекомендую. Вот, видите. Вехов. Да, это я. Вот. Как купить себе диски? То есть, вот, например, вот я купил диски у такого человека, как Корнелиус. Вот, это рекомендую. Надежный продавец. Вот его фотка. Это, по-моему, участник группы Кастром известный. Вот, я у него... Привет, деньги получил, спасибо, диски отправил, номер накладной на связи Корнел. Видите, как все четко. То есть, если вы хотите продать свои диски или купить диски, идите на Фростер, не идите на OLX какой-то там. Там, блин, перекупщики в основном. Все дорого и галимо. Да тут все четко, тут все дорожат своей репутацией. Тут можно не только диски купить. Ладно, сейчас мы только диски говорим. Так вот, как это сделать? Я ему скинул номер карточки. Ой, точнее, он мне написал, что я хочу купить. Он мне скинул номер карточки. У меня там были финансовые трудности. И человек может и отложить диски, не вопрос. То есть я тоже откладываю людям, когда они очень просят, кого я знаю, в ком я уверен. Вот. Бывают такие, что, конечно, кидали меня. Ну, тут давно было, и неправда. Всякие там язычники, Юрия, помню, откладывал диски когда-то давно. И он сказал, куплю, обязательно куплю. Ничего не купил, козел. Ладно. Я эти диски продал потом, через год, правда. Вот, так вот. Он мне скидывает номер карточки приватовской. Я ее читаю, копирую. Иду в приватбанк. Или с компьютера могу скинуть, да, как-то я забыл. Вот, видите, вот он. Вот мои координаты я написал. Это самое. Вот, это самое. Ну да, сообщение куда-то я постирал, хуй с ним. Ладно. Короче, вот. Я отсылаю ему денежку. Вот, смотрите, я купил дисков на 470 гривен. Вот, смотрите, вот. Вот, приватбанк, 472 гривны, сунул я туда, ставил 500 гривен, 28 гривен я себе на копилку бахнул, вот, 28 гривен на копилочку пошло, вот, на эти денежки я там добавилась и купил себе станки для бритья, вот. Вот, а теперь я вот, пришла мне посылочка через несколько дней новой почтой, вот, номер декларации, вот, оглошено в авте 200 гривен, надо было, конечно, оглошено в авте ставить гривен 500, чтобы, если что, я с него мог за компенсацию попросить. А то как-то не солидно. Заплатил 470, 40 за пересылку, а оглашена ценность 200. Вот это минус, конечно, Корнел. Надо было, блин, 500 писать. Я всегда пишу так, чтобы было выгодно покупателю. Если он оплачивает проезд, то чтобы было выгодно ему и купить свои затраты финансовые на доставку и на покупку самого товара. Вот. Я всегда пишу, вот если 400 товар и доставка 50, значит я пишу 450. Вот. Значит, поняли как? Вот. Фростер, рекомендую. Фростер, вот такой значок. Набираете Фростер. Вот здесь все есть, все интересно, все классно. Вот. Так, дальше. Ну, получаете посылочку, вот 40 гривен, вот я получил. И приступаем к самой посылочке. Вот. Сейчас мы будем ее это. Вот, посылочка пришла. Вот сама посылочка пришла, блин. Так, сейчас мы будем ее вскрывать. Вот сама посылочка. Как ее вскрыть? Да легко. А тут диска 3 должно быть. Suffocation. Самый первый альбом. Ну, бумажки пригодятся, может быть, не пригодятся. Так, как его быстрее вскрыть? Диски запакованы отлично, видите, как четко все, красиво, аккуратно все. Вот даже написано, чтобы
человек, видите, отправляет пачками диски, чтобы не перепутать, что куда, как телефон, все указано, куда. Видите, все классно. Так, надо по-быстрому скрыть, чтобы я вложился в 10 минут. А то придется это, второй дубль ставить, а это, конечно, не очень прикольно. Так, запаковано отлично, даже супер отлично. Ну, сейчас я как профессионал этого дела, я упаковщик, рожденный масс-генератор идей, блин, я могу, блин, запаковать все быстро и вскрыть так же. Быстро и эффективно. Вот. Раз, все, видите, как моментально вскрыл. Вот диски тут, 3 диска должно быть, по идее. Может, больше, конечно, не знаю, как бонус. Вот, сейчас откроем быстренько. Да не, я думаю, 7 минут всего. Вот песня моя играет. Это, кстати, музыка моя. Кремашино соло альбом называется. Так, вот, смотрите, как запаковано все красиво. Вот, как раз 3 диска. Вот, для отправки новой почты самый раз. А диск что, запечатанный? Вот, смотрите, диск. Фирменный, блин. Relapse Records. Suffocation, видали? О. Вот диск Suffocation. Ну, понятно, диск нулячий. Ну да, тут как на этом. Так же точно, как и у меня была лицензия на этом, как его. Фоночи, Айронды. То же самое. Вот один диск. Вот второй диск. Смотрите. Коробочки он идет тут. Вот коробочка. Такой этот бокс. Вот второй диск, тоже хотел его давно. Вот, наклеечка тут даже есть, а. Вот второй Banisher, да, это, блин, прогрессив, по-моему, или Brutal, что-то Death, я уже забыл. Вот это классное, клевое. Тоже есть книжечка, все классно. Да, быть аудиофилом прикольно. А вот еще группа классная, мне нравится. Это Old School Death Metal, по-моему, да? Правда, вырезана кожа. Ну, там она дешевле, этот диск идет. Вот, мне не подобается такая Old School Death Metal. Вот. Все. Всем успехов желает Максим Веха. Вот, смотрите, какие отличные диски. 3 диска. Все. Всем пока-пока. Так что рекомендую покупать, ну, у меня тоже покупайте диски, у меня всегда диски в идеальном состоянии. Цены, конечно, у меня низкие, ну, так что рекомендую. Сейчас распродажа. Покупайте на 120 гривен, диски по 35. Если покупаете два диска, то цена будет стоить не по 35, а по 30. Если 3 диска, то тоже по 30. 4 диска по 30. Поняли? Если 2, цена 30 гривен, то диск будет стоить 2 диска по 25. Но минимальная сумма заказа на 120 гривен. Отправка укой почты за мой счет. Все. Мой ник Вархул. Все. Пока-пока.